Скажите, пожалуйста, почему пришедшие к власти в результате реконкиста христиане-европейцы продолжили угнетать своих же христиан-каготов? Ведь их должны были освободить от мусульман. Значит ли это, что в результате реконкиста к власти пришли не совсем христиане и пришли к власти не полностью? Ну, реконкиста – это абсолютная фантастика, абсолютная. То есть там ничего, вся вот эта история Древней Испании на основании какого-то одного труда найденного излагается. Там все очень причесано. Конечно, реконкиста не могла вестись, как это изображается, там чуть ли не 800 лет. Реально это лет там 50, 100, 150, 200, ну 300 это уже очень такой сложный процесс и такой, ну, непростой. То есть это очень сложное взаимодействие. Но аналог мы видим на Балканах. Там тоже борьба с мусульманством, возникновение новых христианских государств, которые ранее были порабощены. Но у них очень сложное на самом деле взаимодействие с верховной вот властью турецкой, которая, оказывается, не совсем турецкой была. Она была космополитичной. Там разные были общины, там греки фактически господствовали, а турки использовали их для наведения порядка и так далее, и так далее. Потом произошла ссора между турками и греками, это начало XIX века. То есть картина вовсе не такая примитивная, что как сначала какие-то орды мусульман там все залили, установили свой режим, а потом какие-то отряды армии христиан, они тупо вот так одну территорию за другую отвоевывали. Там очень сложный был такой процесс. Думаю, такой же сложный процесс был на территории Испании и Португалии. И то, что мы реально можем видеть, это только конец этого процесса, какие-то хвостики там в 17 веке. Испанцы очень народ идеологизированный, достаточно сказать, шулайола из тех времен и классической инквизиции, это инквизиция испанская, они там причесали все до стадии краткого курса ВКПБ и до сих пор стоят вот на этой платформе, хотя очень странно, потому что вроде бы сейчас мультикультуризм там этот весь, и надо как-то подымать вот мусульманские источники, мусульманские сведения, знания о жизни Иберийского полуострова, но вот что-то как-то грустно.